Подъем. Конечная. Конечная? Да, вам надо выйти. Проснись. Нам пора. Все в порядке? Мы найдем, где переночевать. Идем, Алиса, надо спешить. Алиса, ты совсем замерзла. Ничего, не так и холодно. Вы потерялись. Нам некуда идти. Я знаю, кто вам поможет. Но это на другом конце города. А нам нужно прямо сейчас. Идем, Алиса. Спасибо, что пользуетесь нашими услугами. О, магазин открыт. Давай-ка зайдем. Тебе надо согреться. Что вам надо? Я тут с ребенком, и нам некуда идти. Вы не дадите нам немного денег на ночлег? Фига.
бомжи. Так, у меня тут магазин. Не армия спасения, ясно? Вали отсюда, если ничего не покупаешь. Валить на пол? Зачем? Алиса, сделай, как я прошу. Не больно? Не переживай. Сейчас все подниму. Видишь, ничего не... Ну, пошли. Черт! Теперь у нас есть деньги. Ты меня обманула, чтобы их украсть. Разве так можно? Я тебе верила. Нам нужны деньги. Мне пришлось это сделать. Мотель. Мы нашли, где переночевать.
туда не пойдем? Не получится. Андроиду комнату не дадут. Надо переодеться или искать другое место. Тут тепло. Сейчас согреешься. Ну, пошли. В этой стороне ничего нет. Брошенный дом. Но хоть от дождя укроемся. Кэра, мне тут не нравится. Знаю. Всего одна ночь, и тут нас не будут искать. Нам нужен ночлег. Ты не знаешь, куда можно пойти?
Вроде брошенная. Так, отойди-ка. Тут сухо, и нас тут не найдут. Я не хочу тут спать. Давай еще поищем. Ладно, идем отсюда. Все в порядке? Ничего, царапина. Осторожней. Не бойся, мы просто посмотрим. Алиса? Алиса? Она ребенок. Чего ты боишься? Ребенок? Какой она ребенок? Хотя какая разница? Вдруг обидит Ральфа? Я не знаю, что с тобой сделали люди, но она тут ни при чем. Все люди хотят нас обидеть. Но Ральф им больше этого не позволит. Нет, не позволит. Смотри, я андроид. Тебе нечего бояться. Мы просто ищем себе ночлег. Чужие опасные. Вот. Вот что они сделали. Ждем здесь одну ночь. Утром мы уйдем. Простите, Ральфа. Ральф иногда собой не управляет. Страх заставляет его делать нехорошее. Ральфу тяжело пришлось. Он так боится, что люди его найдут. Вы оставайтесь. Ральф не обидит. Хорошо. Мы переночуем. Идем! Ну, давайте! Сюда! Ральф убежал, а тут поселился. Он никогда не выходит, никто не знает, что он здесь. Люди сюда иногда приходят, живут даже. Но Ральф всегда от них прячется. Можете быть как дома. Ральф в другую комнату пойдет. Он бы с вами остался. Но у него дела.
Просто до утра переждем. А завтра найдем что-нибудь. Так, тебе надо поспать. Посиди, я разведу огонь. Есть шоколадка. Дать тебе? РА-9. А что это? Что? Символы. Что они значат? Я не знаю. Я не знаю. Можешь ложиться. Не очень удобно. Но так ты хотя бы согреешься.
почему он меня не любил? Почему все время на меня злился? Я хотела, чтобы мы жили нормально. Я что-то не так сделала. Я плохо себя вела. Поэтому он всегда так злился. Я просто хотела жить, как все. Чтобы он любил. Почему нельзя просто жить? Этого я не знаю. Ты ведь меня не оставишь. Обещай, что не уйдешь. Обещаю. Мы никогда не расстанемся. Никогда. Надо поспать. Спокойной ночи.
здесь место, где наши свободны. Найди Иерихон! Найди Иерихон! Я андроид АГ-700. Создан служить вам. Обнаружен сбой в моей программе. Обратитесь в ближайший центр поддержки Киберлайн. Thank you.
Здравствуйте, Аманда. Коннор, рада тебя видеть. Твой предшественник был, к сожалению, уничтожен. Да, девианты непредсказуемы, но все же и он был слишком беспечен. Надеюсь, ты не повторишь этой ошибки. Ни в коем случае. При уничтожении Коннора его память копируется на другой носитель. Но часть данных может быть потеряна. Так что будь осторожен. Так будет лучше для тебя и для расследования. Я понимаю. Допрос был очень непростым. Что ты думаешь о девианте? Машина убедительно симулировала человеческие эмоции, в частности страх. Как будто поддалась им и действовала иррационально. Этот лейтенант Андерсон был назначен вести дела о девиантах. Что ты о нем думаешь? Он раздражителен, имеет проблемы в общении. Но, полагаю, он был хорошим... К сожалению, нам придется с ним работать. Каким будет оптимальный подход? Я к нему адаптируюсь. В интересах расследования необходимо избегать с ним конфликтов и подстроиться под его особенности. Все больше андроидов демонстрируют признаки девиации. Их выпущено несколько миллионов. Если они выйдут из повиновения, последствия будут ужасны. Ты самый передовой прототип в линейке Киберлайф. Если кто и разберется в причинах, то это ты. Вы можете на меня положиться. Продолжи расследование предыдущего Коннора и выясни, в чем дело. Торопись, Коннор. Времени мало. Вам помочь? Я пришел к лейтенанту Андерсону. Вы авторизованы? Да. Лейтенант еще не пришел. Подождите его на рабочем месте. Охренеть. Этот робот мог вообще всех положить. Простите, в какое время обычно приходит лейтенант Андерсон? Зависит от того, как прошел вечер. Если повезет, явится до полудня. Спасибо. Звонок Хэнку Андерсону. Привет, это Хэнк. Пока не могу ответить. Оставьте сообщение, если приспичило, но перезвонить не обещаю. Пип. Короче. Лейтенант Андерсон, это Коннор.
андроид из компании Киберлайф. Я жду вас в офисе, уже почти 12. Лейтенант, мое имя Коннор, андроид из компании Киберлайф. Боже, тебе же вчера башку прострелили. Мой предшественник был, увы, уничтожен. Но его память переписали на другой носитель, это я. Тот инцидент не повлияет на ход расследования. О, господи. Хэнк, иди-ка сюда. Стол валится по 10 дел об андроидах каждый день. Раньше это были единичные случаи. Ну, какая-нибудь бабка потеряла горничную, вся такая хрень. Но теперь речь идет о нападениях и даже убийствах, как, например, вчера. Это уже касается не только Киберлайф. Это уголовное расследование, и надо что-то делать, пока мы не в полной жопе. Я поручаю тебе эти дела. Выясни, есть ли связь. Почему я? Почему ты на меня это вешаешь? Из всех копов в стране я хуже всех подхожу для этой работы. Да я ни хера не знаю об андроидах, Джеффри. Я едва могу телефон свой настроить. Да все перегружены. И я считаю, ты прекрасно способен с этим справиться. Брехня! Просто никто не хочет заниматься этими гребаными андроидами. Вот ты и спихиваешь на меня! Из Киберлайф прислали андроида в помощь расследованию. Это революционный прототип, будет твоим напарником. Нет уж нахрен! Не нужен мне напарник, а уж особенно пластмассовый урод. Хэнк, давай-ка не испытывай мое терпение. Я тут старший по званию, и ты должен меня слушать, не забыв заткнуть свою пасть. Знаешь, что моя пасть тебе ответит? Ладно, а? Ладно. Я сделаю вид, что не слышал, чтобы не добавлять очередной выговор в твое личное дело, которое уже тянет на толстенный роман. И этот разговор закончен! Господи, Джеффри, ну за что ты меня так? Ты же знаешь, как они меня бесят. Что я тебе сделал? Вот что. Мне надоело слушать твое нытье. Либо иди работай, либо значок на стол. А теперь, если позволишь, я делом за... Я бы хотел начать изучение материалов. Где я могу их... Это к Хэнку. И дверь за собой закрой. Хорошего дня, капитан.
Я чувствую, что мое присутствие причиняет вам неудобства, лейтенант. И я приношу вам за это свои извинения. Так или иначе, я хочу сказать, что очень рад работать с вами. Мы будем отличной командой. Могу ли я занять какой-нибудь стол? Вот этот ничей. У вас есть собака, да? С чего ты взял? На кресле собачья шерсть. Люблю собак. Как зовут вашу? Тебе-то что? Сумо. Сумо зовут. За детройтские машины болеете? Картер вчера забросил 53% мячей за трехочковой линией. Смотрели матч? Вот его-то я вчера в баре и смотрел. О! Ты образцы уже смотрел? Влады, говорят, чем-то резали. Вы слушаете «Рыцари черной смерти»? Это хорошая музыка. В ней много энергии. Ты слушаешь хэви-метал? Ну... Не то чтобы я вообще слушаю музыку, но хотел бы. Многие не любят находиться в обществе андроидов. Хотел уточнить. У вас какая-то особая причина презирать меня? Да, есть одна. Вы давно знаете капитана Фаулера? Да, слишком. Хотел спросить, вы всегда приходите на работу в это время? Прихожу, как прихожу. Хватит уже ко мне цепляться, а? Если у вас есть материалы по девиантам, я бы на них взглянул. Терминал у тебя на столе. Наслаждайся. .243 досье. Первое 9 месяцев назад. Все началось в Детройте и быстро разошлось по всей стране. Вчера вечером модель АХ-400 убила человека. Думаю, с этого будет целесообразно начать. Понимаю, у вас проблемы личного характера, лейтенант. Но вам следует от них отвлечься и... Эй, ты ни хрена обо мне не знаешь. Я тебе не друг, и советы свои держи при себе. А не сидеть и ждать, пока у вас возникнет желание поработать. Слышь!
Слышь, говнюк, была бы моя воля, я бы всех вас сунул башкой в помойку и поджег. Так что лучше не зли меня. Не то очень пожалеешь. Лейтенант, простите, что отвлекаю. Есть информация о модели AX-400, вчера убившей человека. Ее недавно видели в Ривенделле. Хорошо.